Короче, сейчас будет охуеть история. Давай. А я учился 6 лет. Уже отличная история. Первый курс. Мне 17 лет. Я приезжаю. Я из поселка городского типа. О! У меня, естественно, есть нормальный туалет, да, дома. Короче, у меня есть, естественно, нормальный туалет, но еще у меня есть туалет на улице. Так. Так, кто-то из вас из поселка вообще ходил в туалет на улице? Да, я шарю. Конечно. Вот, все, все шарят, что это такое. Короче, значит, я приезжаю, первый курс, 2 или 3 сентября. Значит, челики, которым я заехал, они были старше курсом, то есть они еще какое-то время жили в общаге. Угу. Они курили в толчке. И я такой подумал, блядь, а вентиляция нихуево так-то работает, если челы курят и даже не чувствуется запаха сильно. Ага. Я думаю, а мы ходили, короче, в толчок, вот, а бумагу скидывали в ведро. Ведро это, естественно, нужно было собирать весь этот мешок с бумагой и выкидывать, идти на мусор. Так, так. Хотя есть мусоропровод, блядь, в общаге, казалось бы. А, кстати, стоит отметить, это не та самая общага, которая лучшая там в России. Это была, ну, такая себе общага. Первые 2 курса я жил в обычной общаге. Вот. Значит, мне ничего умнее в бошку не пришло, как поджечь нахуй ведро с этой бумагой. Я просто, ну, короче, я поджег маленькую бумажку, поднес к вентиляции. Я смотрю, прям туда уходит дым. Я думаю, нихуя себе. Так а нахуй таскать-то, если можно поджечь? Потому что дома-то ты поджигаешь. Так. Ну, вот в таком домашнем туалете. Короче, я поджег, закрыл дверь, пошел, блядь, спать. Меня будет мой сосед. Он говорит, Диман, что за хуйня? Говорит, чувствуешь, что гарью какой-то пахнет? Я говорю, да нет, нормально вроде все. Ну, а сам чувствую, немного подпахивает. Думаю, бля, ну пойдем чекнем. Открываю, короче, дверь в коридор. И вижу, как из толчка, из-под двери снизу прям дым хуярит. Я подхожу, открываю дверь настежь, а там пизда, блядь. Я никогда нахуй не видел столько дыма. Это просто пиздец. Я толчка нахуй не видел. Как это все повалило, блядь. Сразу, короче, въебывает, забивает все комнаты, весь коридор, который, ну, у нас в этой квартире. Ой, я ебать, что делать? Вторая нахуй гениальная мысль. Сейчас, секунду. Блять. А. И еще одна нахуй мысль гениальная приходит. Как от этого всего избавляться? Потому что весь дом, блядь, задымлен, а в коридоре стоят противопожарные вот эти вот штуки. Я нахуй. Чисто пацанчик поступил на инженерное. Я открываю окно настиж, открываю дверь настиж. Думаю, ну сейчас, наверное, выдует. Как эту всю хуйню выдуло в коридор, блядь? Остановились лифты. Въебали все противопожарные вот эти сигнализации. Ко мне забегает охранник, потому что у него сразу показывает, на каком этаже. Он говорит, что случилось? Ну, он прям орет. Я говорю, бля. Он говорит, что, типа, яичницу сожгли? Я говорю, нет, типа, я бумагу жег. Он говорит, какую нахуй бумагу? Я говорю, в толчке. Он говорит, ты что, долбоёб, блядь, говорит. Ты потушил нахуй? Я говорю, да все нормально. И вот потом такой пиздец был. Я, короче... Ну все, короче, проходит какое-то время. Этот охранник говорит, все, тебя отчислят нахуй, можешь собирать вещи. Я пересрался, пиздец. Прошло дня 2-3, ко мне никто не подходит, ничего не говорит. Я такой думаю, бля, ну заебись, видимо, все прокатило. Открывается дверь, заходит чел в белом костюме, в черных носках нахуй длинных и в черных туфлях. Ловилась. Говорит, где тут долбоеб, который что-то сжег? Я такой 17-летний, я нахуй. Он говорит, одевайся, пошли. Я думаю, ну все, пизда. Мы выходим, он мне дает мешок, перчатки, и я вокруг всей общаги собирал бычки на протяжении 2 часов, блядь. Это, короче, был наш тьютер, с которым я как раз в этот день и познакомился. Отличное знакомство, блядь. Да, это вообще пизда. И я кому не рассказываю, мне люди говорят, какого хуя, блядь, ты поджег в общаге ведро, блядь, с говном, нахуй. Ну это же, я вот сейчас сам думаю, это же пиздец, нахуй, додуматься до этого. Это нужно гением быть по жизни. Блядь, до слез. Танки тогда играл? Да. Ну, я, получается, с 11 класса танки играю. Ой, я не могу. До слез.